На очередном совете руководителей присутствовали представители бизнеса и администрации города. Председательствовал Павел Лубенский, директор Смоленской атомной электростанции. Обсуждались вопросы городского благоустройства, уже выполненные и предстоящие работы. Были отмечены знаковые городские проекты 2018 года, реконструкция городского фонтана, а также ремонт кинотеатра. Эти события – результат совместной работы Смоленской атомной станции и администрации Десногорска. Начало 2019 года ознаменовалось открытием бассейна в школе номер 1. Долгий и трудоемкий проект, который успешно завершился и введен в эксплуатацию. Предстоящий год ознаменуется ремонтами городских дорог, благоустройствами общественных территорий и обновлением инфраструктуры города. Формат проведенной встречи позволяет дать объективную оценку текущей ситуации в городе и выслушать всесторонние мнения о стратегии дальнейшего его развития. То, что мы делаем, это направлено на благо нашего города, наших жителей, для того, чтобы город процветал и развивался. И в этом формате общения мы решаем те проблемы, которые волнуют нас как руководителей, но и, соответственно, волнуют наших горожан. По итогам проведенного совещания приняты ряд мер, которые направлены на реализацию текущих и будущих проектов. Также был установлен фронт работ в рамках городского санитарного месячника. Традиционно к этому мероприятию приглашаются все горожане, в том числе руководители общественных и деловых организаций. Финалом санитарной уборки станет общегородской субботник, который состоится 26 апреля. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.